Просто невероятно. Послушайте все заседание, послушайте все наши доводы, аргументы. Это просто невероятно. Спасите меня, любимая, спасите меня, дорогие. Иначе я не выдержу. Сейчас позвонили из Дурнадзора, сейчас поедет сюда представитель администрации. Отлично. Пускай знаю, сейчас. Вот то, что нужно. А это водитель, это пригласите на место пока. Сейчас, а то он уедет. От какого? Ну вот, которого вы не привлекли, он уехал на инвалидном месте. Они неправильно тут знак установили, как мне сказали. Кто, администрация? Сейчас она сюда приедет, администрация сюда, и вам все расскажет. А, понял. После мы вызвали, позвонили в Дурнадзор. То есть уже они сказали, что, скорее всего, неправильно, да? И сказали, сейчас сюда подъедет администрация. Все, отлично. Все, ждем. Сейчас я понял. А, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А не могли бы представиться, пожалуйста? Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования Шинков Андрей Евгеньевич. Можно вам проблему рассказать? Да, давайте. Дело в том, что начальник отдела ЖКХ. Да, пожалуйста. Тимир Константинович, спасибо. А не могли бы представиться, пожалуйста? Ведущий специалист отдела экономики и прогнозирования Шинков Андрей Евгеньевич. Начальник отдела ЖКХ. Да, пожалуйста. Тимир Константинович, спасибо. Давайте пройдем, вам покажу. Инспекторы, меня Станислав зовут. Инспекторы, к сожалению, боятся здесь привлекать к ответственности водителей, потому что они считают, что знак не согласован для инвалидов. Есть ли он схема дислокации? Понимаете, спорный вопрос. Люди жалуются. Сейчас как-то можно выяснить по схеме у Дурнадзора или как-то вот? У Дурнадзора мы не выясним. Схема дислокации однозначно есть. Она от 17 года в Тимашевске была согласована со службами ГИБДД. Принято постановление главы. Но она, естественно, на весь город Тимашевск. Схема полностью дислокации расстановки дорожных знаков. Ну, а этот знак там есть? Давайте тогда сейчас. Вы еще здесь будете? Да, да, конечно. Сейчас пойдем посмотрим и вернемся. Да, вдруг после людей незаконно привлекают. Закон это или нет? Я понял. Если закон, все, вопрос нет. Хорошо? А да. Если закон, надо снять таблицу. И еще один вопрос. А, здесь вот хозяин, он, да, торговый центр? Да. Или директор, я не знаю, кто он точно. Он сетует на то, что у него нет подъезда для разгрузки. Почему? Он объясняет, когда вот сюда ставят фуры, на это место, то закрывает знак кирпич. И ГИБДД его ругает. А здесь парковка для инвалидов. Понимаете? Вот тоже он, не знаю, может, он сам в администрацию не обращался. Почему он нас просит, непонятно. Он не обращался, он за счет конструкции это делать незаконно. А, да, он захватывал просто. Вот, наверное, человеку надо разъяснить, еще что... Раз. У него подъезжает фура, он говорит, да, разгружаться. И загораживает знак кирпич.
И ГИБДД его за это привлекает. А когда здесь парковка для инвалидов тоже нельзя. То есть как-то человеку надо разъяснить, что есть законные способы аренды. Законный способ вы сами только что звучили. В аренду взять. Аренда. Нет, подождите. Законный способ заключается в том, что любой гражданин, неважно, там, представляет он юридическое лицо, физическое лицо, он пишет письменное заявление на адрес главы города с указанием проблемы, конкретной проблемы. И в течение 30-дневного срока ему дается официальный ответ с решением проблемы. Если это полномочия города в соответствии со 131 федеральным законом, значит, это будет заниматься город по этой проблеме. Если это там полномочия не города в какой-то части вопросов, такое тоже часто бывает. Соответственно, ему дается разъяснение, куда ему обратиться с этим вопросом. То есть перенаправление идет по причастности вопроса. И все. Да, это мы знаем, просто он ссылается на то, что якобы администрация ему навстречу не идет. Непонятно. Первый раз такое видим, чтобы для того, чтобы... Он говорит, не обращался. Давайте так. Обращения не было, чтобы вы долго не мерзли. Мы сейчас идем, смотрим конкретную локацию, смотрим, что здесь, и все. Возвращаемся. Вопросов нет, спасибо большое. Заодно, вон тот знак для инвалидов, вон дальше стоит табличка тоже. Вот он, 45 метров. Ну что, впоследствии у вас вот так никто не дергал, никаких не было. Спасибо большое. Смотрите, какие адекватные люди из администрации. Вот так вот. Пойдем к инспектору. Привлекает он директора. И вопрос зададим. Обращался ли он в администрацию? Товарищи, а вот директор снял вторым рядом. Привлекли, пожалуйста, ответ. Девушку привлекли, его тоже. Я извиняюсь, а можете подсказать, вы обращались в администрацию с этой проблемой в письменном виде? Нет, это многие вопросы решаются нормальным человеческим языком. Когда приходит и человек конкретно говорит, здесь машину ставить нельзя, потому что стоит знак. Вот конкретно, вот мой генеральный директор стоял, и ему говорят, здесь ставить нельзя, машина перекрывает знак кирпич. Понятно. Отсюда убирайте машину. Мы говорим, куда? Значит, ставьте ее с той стороны. А почему же в бумажном виде не подали? Потому они обязаны рассмотреть. Мы не буквоеды. Вы понимаете, в чем? А по-другому же никак. Нам сказали, знак стоит. Мы логически понимаем, что мы перекрываем знак. Вы понимаете, у нас тоже есть мужская логика. Если грузовая машина, он пришел и говорит, вышь, машина, ты перекрыл знак. Он прав? Прав. Другое дело, почему этот знак здесь стоит, но это не моя. Ну ладно, а с другой стороны, отгораживать парковку для инвалидов тоже не совсем правильно. Поэтому, может быть, письменное обращение им подать, пускай ответ дадут официальный. Вот теперь, вот после этих случаев, естественно. 30 дней они рассмотрят. Естественно, я обязательно теперь этим вопросом официально. У вас же есть юридический отдел какой-то. Юридический отдел, все. Но дело в том, что мы всегда, если можно решить языком нормальным, и мы их решаем, и все, как говорят, все нормально, зачем нам куда-то чего-то писать и делать формализмом заниматься? Понятно. Если вопрос другой не решается... Ну, то есть вы считаете, что мы, ну, мэрия должна сама была посмотреть, что здесь такой торговый центр, и нужно обеспечить этот этим? Этот вопрос поднимался. Еще раз. Он поднимался еще тогда, когда касались вопроса учений. Здесь в этом комплексе были учения по ГОЧС, учения пожарных служб. Ну, мэр знает об этом? Что здесь происходит? Ну, естественно, возможно, он в эти детали и не вникает. А на это же мэр. Да, он будет отрицать, я не знаю. А как фамилия мэра здесь? Да, конечно, но он будет. Есть Спасибо. Николай Николаевич, мэр скажет, города. Да, я фамилия, как его? Да, и скажет нет, тогда я покажу, конечно. Как у нового мэра вот фамилия? Панин, по-моему. Панин, да? Панин. Николай Николаевич, да? Понятно. Надо написать обращение Николаю Николаевичу. Как-то такой торговый центр, куча людей и такая неразбериха здесь происходит. Но сначала, по поводу, кстати, неразберихи, сейчас уточнит вот сотрудник администрации по этому знаку. Может, он легитимный. Что это есть нарушение. А мы будем в суде доказывать, что это не нарушение. А, вот как вы стояли. Вот как я понятно. Стоял. Сейчас... Вот поэтому этот важный вопрос. Вот посмотрите, где есть второй ряд? Сейчас. Ну, сейчас инспектор разберется, он же должностное лицо. На то он инспектор. А вопрос стоит так, значит, все вопросы будем решать в суде.
Вот рядом с девушкой стоит, видите? Вот и все. У нас вопрос стоит в объективности. Все, кто виновен, должны быть наказаны. Если что-то недочеты, должно быть убрано. Передо мной не было машины. Да. Нету. Зачем? Второй ряд просто был. Нет понятия второго ряда. Перед ним сбоку стоял. Вот это белое. Перед ним была, да. Вот это стояло сбоку, сбоку первого. Нет, перед ним был автомобиль. Не было. Может уехать он оттуда. 12-19 часов. Он не мог уехать, потому что машина там стояла. Как он мог уехать? Ну, мог уехать через сбоку. Вот, видите, стоит. Ну, как минимум, нарушение правил парковки параллельно и перпендикулярно. Сейчас. При наличии разрыва, если была сплошная, то другой вопрос. Вот, смотри, вот. Вот, смотрите, напротив параллельно девушка стоит. Сейчас. Сейчас. Пойду обратно, просто надо поймать. Момент. Сейчас, сейчас, сейчас. Помеху не создавал просто. Это называется нарушение правил парковки. Перпендикулярно вместо параллельно. Вот и все. Сейчас, где хороший момент, надо поймать. Где видно будет хорошо. Вот, видите? Перед ней машина стоит? Да при чем перед ней? А мы не говорим уже перед ней, мы выяснили. Второй ряд? Нарушение правил парковки. Разрыв есть, сплошной нету, но параллельно краю нужно, а не перпендикулярно. Тем более там машины припаркованы, парковка. А при чем перед ним? Вот второй ряд, перед ним же можно поставить автомобиль? Рядом был сбоку, вот. О, нарушение правил парковки, инспектор. Как это перед ним? Постановка транспортного средства на проезжей части. Вот за ним, что ли, автомобиль стоит. Видите, на параллельно девушке он стоял. Скажите, а вот ну новый мэр, он недавно вообще? Видите? Да, недавно. А вот со старым мэром вы разговаривали по этому поводу этого? Слушайте, вот такое ощущение, что-то вы от меня хотите. Нет, чистый. Мы выясняем, значит, почему такая проблема в центре города. Значит, в таком случае идите к мэру и выясняйте у него. Нет, это новый. Вот там поставлю, вот там, но отстраню от дороги автомобиль на, скажем, на 3 метра. Это на полосе движения, он стоит. Я на 3 метра поставлю на полосе машины, это будет второй ряд или нет? Как подождите, думаете? Нарушение правил парковки. Документы предоставить. Значит, пойдем. Что непонятного? Что выясняют? Ну, не одно нарушение, ну так другое, значит, будет. Пытаются отмазать, что ли? Потому что начальник или где-то, хозяин, вернее, этого центра. Даже девушка привлекли, Гринвальда. Красиво получается совсем. Так, сейчас будем выяснять, что там с директором. Сейчас знак выяснит, законный он или нет. И будем дальше привлекать водителя, если знак закона не будет. Да. А, опять вы? А, да, это Шон за рулем был, да. Это директор. А ваш водитель кого же? По какой статье будет оформлен водитель? Можете принести? Скажите, что делать директору в том случае, если его подперли? Он так поставил по правилам, а его подперли. Что делать срочно ему нужно в этом случае? Если кто-то вторым рядом поставил машину и ограничить его движение. Я езжу. А если он потеряет на этом деньги кучу? Я стал, мне тут 112 бесплатно. И быстро приедут. Как основной в городе находится? Еще не знаю, но максимум 20 минут. 10 минут? 20. Ну вот. О, то есть пусть ваши, значит, подчиненные, я вам советую, ходят иногда охранник, контролируют, чтобы второго ряда не было. Если кто поставил, сразу вызывает ГИБДД. Через 10 минут приезжает, его привлекает и все. ППС часто. Завтра подъезжайте сюда до 2 часов с утра, когда с 9, вот когда работает рынок, и вот потом когда вы увидите. Закрыт. Да, ну завтра, суббота, воскресенье, вообще ярмарка, да, вы знаете, никто не въедет. Сюда а в любой будний день заедьте, и вы посмотрите, сколько. Скажите, здесь. Скажите, а по какой статье будет привлечен водитель? Дали второго ряда. Да вы поймите, второй ряд, что в это время все, рынок закрыт. Ну тут в любом случае, либо второй ряд, либо вот нарушение правил парковки и так далее. Тут, а чего им говорить? В любом случае нарушение. Что я им должен говорить? Понял. Я это вам говорю, потому что вы этого не знаете. Они знают лучше меня, потому что... Кстати, лучше меня вообще никто не знает. А он, кстати, припарковался на инвалид... А, уезжает. Только хотел попросить, уезжает с инвалидного места.
Ну, сейчас поэтому выясним, что со знаком. Ставить машину эту нельзя. Если ее ставить, ее подпирают. По логике вы правы, а по правилам дорожного движения нет. Ребята, давайте так договоримся. Если перед этой машиной бы стояла бы машина... Это помеха еще к тому же. Да, это было подперто, это был второй ряд. Второго ряда не было. Ну, давайте я посередине поставлю здесь машину, не будет же стоять. Вообще никто не подопрет. Дело это не выходило за рамки. Вот она, середина дороги, она стояла вот в этом месте. Ну, тогда можно на средней полосе ставить и все. Это же машина, там нет сбоку. Ну да, действительно. Нет, это не проезжая часть, это его карман. Где вы видите проезжую часть? А тогда вот это проезжая часть. Вот заодно и директор подучит правила дороги. Это элемент проезжей части, а здесь поворот. Поворот, полоса для движения, вон у нас размер. Хоть и человек прекрасный, но знание правил дорожного движения хромает. Понимаете? Ну то есть это что? Это и есть нарушение? Очень хорошо. Ну вы же через суд можете обжаловать? Естественно. Все. Да. Ну вот и все. Суток. Ну, конечно. Да. И вот поэтому я вот это сейчас все машины, и я прослежу, сколько судебных решений было вот здесь. Молодец. Вот это будет. Вот это правильно. Наш помощник, наш человек. Все правильно. И мы проследим. Если вот с этой машиной что-то произойдет. Если знак не снимут, вот этот. Вот это правильно. Если снимут, то все, не проследите. А должно быть всестороннее расследование. Ничего не произойдет. Вот это интересно уже. Куда делись? Да, куда делись ваши? Я не знаю. А какие машины сейчас привлекаются, которые стоят вот по этой улице, правильно? Что-то? Ну да, потом пойдем по той. Просто мы хотим от вас узнать. Что тут скажете? Знак, который вот стоит под знаком парковка, 55 метров. Вот этот знак должен быть убран, потому что это неправильный знак. Незаконный. Да. Так, отлично. И вот тот второй знак, про который вы говорите. Так, и дальше. Вот тот знак точно так же. Там, тоже там незаконный. 40, там 45 метров, он точно так же стоит без дислокации. Он должен стоять. А кто поставил? А если бы знали. Бюджет не ставил. Знак, который вот стоит под знаком парковка, 55 метров. Вот этот знак должен быть убран, потому что это неправильный знак. Незаконный. Да. Так. Отлично. И вот тот второй знак, про который вы говорите. Так, и дальше. Тот знак точно так же. Там, тоже там незаконный. 40, там 45 метров, он точно так же стоит без дислокации. Он должен стоять. А кто поставил? А если бы знали. Бюджет не ставил. А кто поставил? А если бы знали. Бюджет не ставил. А кто поставил? А если бы знали. Бюджет не ставил. Бюджет не ставил. Бюджет не ставил. Бюджет не ставил. Вот это да. Да. То есть надо убрать 55 метров, я так понимаю, и значок. Инвалид. Нет, надо убрать инвалид. Просто инвалид? Да. Давайте открутим тогда. Давайте. Вопрос нет. Вон ключ на 10 у строителей есть. Отлично. И тот тоже, да, снимаем? И тот тоже так же. То есть надо... А можно ваш телефончик, пока мы здесь, может созвониться, как бы, а то вдруг еще где-нибудь незаконно будет, чтобы водители не привлекались к ответственности. Незаконно. Сейчас мы ключик возьмем. Ребята, а у вас нет ключика на 10? А? Гаечного. Только... Нет, такой. Головка. Ну, дайте, пожалуйста. Ну, а открутить есть чем? Головка. Ну, вот, говорят, вроде есть что-то. И тот тоже откручиваем, да, инвалид? Да, вот. Понял. Там есть инвалиды, там два парковочных места для инвалида. Ну, значит, надо заменить? Надо на метраж. Нет, его метраж другой. Выше. Нет, здесь метр. Выше знак. Выше знак, это тогда будет все равно парковка вся для инвалидов тогда получится. Надо метраж указывать. Метраж 10 метров. Да, там 10 метров. 45. Ну, потом замените, да. 45 это будет этот самый. Понял. Парковка сама. Все, хорошо. Нормально. Привет. Так тоже подходит. Не, вопрос не подходит, просто надо привести в соответствие. А почему же так получилось? Кто это установил? Самовольно кто-то? Нет. Говорят, самовольно. Администрация. Но без дислокации, наверное, да? Просто поставили и все. Ну, знаки... А, понял. Знаки. Так, что у нас? Не закручивай. Две таблички, да. А можно мы скрутим, поможем вам? Видеоотчет? Да, видеоотчет будет. Предоставь, пожалуйста. Можно ключик? Предоставь возможность, ребята. Кто у нас обычно крутит? Алексей. Представьте администрации, я себе ее заберу, потому что она же ничья, правильно? Мы же не знаем, кто ее поставил. За, незаконную. Заберем. Не, не эту, не эту. Стоп, стоп, стоп. Вот этот. Вот этот. Вот этот тоже, конечно. Только инвалиды и все. 55 метров не скрутил. Естественно. Так, ну вот. Видите, как хорошо всем людям делают. Не только инвалиды, оказывается, здесь. А там 10 метров надо ставить для инвалидов. Представляешь? Там должно быть 10. Вот так, друзья, пока я заказывал обед, почему я говорю обед, потому что мы сегодня не обедали.
Уже? Шурупчики можешь сюда вкрутить. Уже здесь, как говорится, пошла работа. Вот обратите внимание, как в городе Тимошевске оперативно работает молодцы, администрация. Да? Пришли представители грамотно, не запинались, как это бывает. Четко определили, пошли выяснили. Все, устраняем. Вот так, друзья. Вот такая администрация должна быть в каждом городе, в каждом населенном пункте. Что оперативно, да. А как мэр? Наверное, мэр, потому что такой в городе. Как фамилия мэра? Команда такая в городе вместе с мэром. Панин Николай Николаевич. О, панин Николай Николаевич. Видите, какие у вас молодцы сотрудники. Под вашим руководством. Можете держать сюда. Вот надо, чтобы и Первышов так организовал. А то у нас что-то запаздывает. Это хорошо. Гражданам сделали тогда лучше то, что приехали, получается. Все будут парковаться без нарушений. Красота. Так, а директор должен нам спасибо сказать вообще-то. А, кому-то не нравится? Кому-то хочется, что здесь только зомбарики. Ну, слушайте, закон должен быть. Причем нравится, а не нравится. Вы слышите комментарии? Да, это, конечно. Правда, у каждого своя. Нет, она одна на самом деле. Истина одна, а правды, тебе знаете сколько. Держи камеру. Держи, снимай дальше. Там еще одна идем табличка. Снимай. И та тоже, нет, да? Со мной. Пойдем. Да, мы сейчас вам поможем. Что ж вы будете крутить? Мы покрутим. Структура, которая делает. А там лестница есть, директор предоставит. А, есть? Да. Где? Подержи, пожалуйста, камеру, я сейчас лестницу организую. Давай. Сейчас, директору это вообще-то он должен спасибо за такое говорить. А точно наезжает еще на нас. Подумаешь, привлекли к ответственности. Мы должны быть объективны, всех привлекать будем. И директора, и всех. Но ему вот это плюс. Сейчас пойдем выясним, где лестница. Бежим с лестницей. Даже лестница. Вот так вот оперативно. Здорово. Ставим. Кто дал лестницу? Директор. Директор, здорово. Фу, крутите, Алексей. Давай, держи. Вот так организовали быстро лестницу, директор поспособствовал быстренько и... Я полез. Нахождение на работе, вдруг сейчас попаду, кто будет оплатить? Издержки за свой счет. Администрация ответственности не несет, ты сам полез. Понял. Власть. У меня и форму подобающая, видишь, как у монтажа. Вот, крути. Все, смотри. Пошли. Ты возишь табличку? Все. Не нужно? У меня руки заняты. На лестницу неси-то. Вообще уже обнаглел. Все, разоблачился Мордина. Теперь будем все его дизлайки ставить по жизни. До свидания. По жизни дизлайки. Все. На все каналы. Так, друзья, ну вот все, возвращаем лестницу на место. Ребятам. А вот сюда давай, отнесем ее, чтобы она тут не мешала. Вот тут прям поставим, вот за этой лестницей. Вот. Так. А ключик, кому ключик отдать? Вам? Все, вернули. Все, отлично. Ключики. Так, таблички на месте. Все, да пока положи куда-нибудь. Куда мы класть? Все, я не знаю. Все. Давай, понесу. Вот. Все, пойди, покушаем. Наконец-то. И пойдем дальше. А Кириллу табличку? Может, ему хоть знак, это кирпич? Кирилл зачем? Он скрутит день. У него здорово. Понятно. Пригласит и скрутит. Ну что? Ну что, вот так? Сколько понадобилось времени? Снимай. Все две. Две. Не, пошли на парковке. Вот так. Шамардин ходит тут. С табличками. Инвалид, я теперь на машину положу. Да, спереди и сзади. Два знака. Я тебе в аренду сдам. Один. За небольшую плату. Так, держи. Держи. Вот так. Вот так, давай. Поближе, поближе. Чтоб парковку видно было. И фото надо, есть фотоаппарат? Да, я расскажу, на телефон. Я расскажу. Я потом на телефон сделал. Но. Так, друзья, ну вот, видите, как быстро получилось, как работает ГИБДД и администрация в городе вот Тимошевске. Так, да. Здорово. Сняли две незаконных таблички, таким образом освободив парковку для всех, сделав общедоступную. Ну а там поставит знак 10 метров, должен распространяться. Потом поставит табличку,
знак, и будет все законно, все хорошо. Все быстро получилось, буквально за час, да, наверное, работа? Да, 5. Да, все, отлично. Давай, все. Сработано хорошо. Теперь надо сфотографировать, давай табличку с этим. Держи. Али, моя камера. А вот. Да держи ты таблички свои. А вот. Да держи ты таблички свои. А вот. Да держи ты таблички свои. Какие вопросы? А, значит, смотрите, вот вы видели все, что сегодня произошло, сетовали на то, что парковка незаконная и так далее. Ну вот сейчас сняли две таблички, которые оказались незаконными. О том, что она законная или незаконная, я не мог это знать. Я вижу, что они заводского образца, государственного стандарта. Это не сделано где-то на коленке. Поэтому у меня не было никаких оснований думать, что они не легитимные. Я этого не знал и не мог знать по определению. Поэтому я верю нашим службам, которые этим занимаются. Но сейчас вы убедились в том, что можно все-таки добиваться того, чтобы это все проверялось, устранялось. И у вас, возможно, теперь не будет таких проблем, потому что сейчас вы можете подать заявку на аренду вот этих мест. Да, естественно. Потому что они общедоступные. Да. Вот. А не для инвалидов. Обязательно. Правильно? Раз не для инвалидов, конечно, теперь мы это все сделаем. Хотя и вы, вернее, ваш директор, были привлечены к ответственности. Почему? Объясню. Потому что мы объективны. Мы не будем занимать ту или иную сторону. Если мы усматриваем нарушение, неважно, ваше, даже если бы мы лично вам помогали, и вы бы нарушили, мы бы вас тоже привлекли. И вот так должно СМИ работать. Вот так должно. Вопрос не в этом. Здесь я сторонник такой, чтобы должно быть... Наказание, так оно должно быть неотвратимое для всех. Второй вопрос. Если есть проблема, эту проблему надо решать. Связанная с данными, если они неправильно были установлены, и что с вашей помощью они были, это нарушение выявлено и убрано, то честь вам и хвала. Ну, а дальше сами мы как-нибудь приедем. Спасибо вам за то, что вы такой адекватный, хороший, честный человек. Потому что... Приятно с вами всегда было общаться на протяжении этого времени. Важен следующий шаг, вы понимаете? Чтобы не получилось так, что мы опять заблокированы, и никто не может подъехать. Это все зависит от вас. Вот сейчас теперь будет зависеть от того, насколько вы будете добиваться. Да, поэтому мы тоже должны прийти и объяснить людям, что вот... такая-то ситуация. И вы в данном случае помогаете нам. Ну, теперь я вам так скажу. Мы помогали городу. Мы помогали городу. Всем было комфортно. Нашим подписчикам, гражданам. Но я вам так скажу. Дальше зависит от вас. Если мы через какое-то время приедем, мы обязательно зайдем, посмотрим, что же получилось. Расскажете, удалось ли что-то сделать. Если будут проблемы, палки в колеса. Вместе пойдем с вами. Вместе пойдем, значит, к этим вот так мэру. Сделаем. Таким образом вам поможем. Мы видим, проблема есть, надо ее решать. Пойдем с камерами и вместе договоримся о чем-нибудь. Можем сейчас пойти с вами. Маленький такой нюанс. Это очень удобное место для парковки и загрузки. А давайте сейчас пойдем сразу в администрацию. Поэтому пока стоит этот знак, вот этот в данном случае кирпич, то... Вот об этой проблеме мы не можем ее решить. Мы знаете, что вам посоветуем? Мы сейчас будем выходить на администрацию, чтобы взять землю. Именно вот в этом месте этот карман удобный, потому что грузовая машина здесь может зайти безболезненно, она никому не мешает. Согласна. Но что я вам советую сделать и рекомендую? Это работает, уверяю вас. Ваш юрист берет телефон. Все это снимает на видео беспрерывно, обходит вот это место, показывает все знаки. Потом указывает число, пишет запрос на легитимность данных знаков. И может быть не так быстро, как сейчас с камерами, но если они незаконны, ему дают ответ, он может самостоятельно взять ключ и скрутить их. Вот как нам. Мы даже себе их забрали, видите? Не только скрутили, но и забрали себе на память, как трофей. Вот. Поэтому мы не можем здесь всю жизнь находиться, всем гражданам России. Мы тоже не можем помочь. А вы не поднимали этот вопрос с представителями? Поднимали, но вы поймите, что да, проверить вам все, сказал, вам нужно обращаться. Да, все вот эти кварталы по городу, это в порядке исключения? Поднимали. А по знаку нет? По вот этому знаку. Вы понимаете, что в порядке исключения это было сделано? Если, ну потому что камеры, огласка, резонанс, они же не будут весь город сейчас проверять, понимаете? Поэтому, как говорится, карты в руки вам. Желаем удачи.
Я думаю, у вас все получится. Если будет беспредел, вы всегда можете обратиться, мы приедем, вам поможем. Любому. Мы не будем лично вам помогать. Мы будем помогать, чтобы беспредела не было. Потому что вы заметили, что мы объективны и привлекаем всех. И даже вас, вашего ради директора Бога. Привлекли. Значит, и конструкции вот эти тоже нельзя выставлять. Опять это, я же вам объяснил, что это не от хорошей жизни. Надеемся, не будете больше. Не нужно. Иначе привлечем вас. Дело поэтому в том, что у нас нам сообщат, и мы привлечем. Самое интересное, у нас завтра возникнет, пока мы еще не получили в аренду, а это может затянуться на длительный срок, между нами говоря, у нас завтрашнего дня вот из-за этих конструкций возникает куча проблем. Понимаем. Вот вы понимаете, да? Понимаем, вот, да. Вот, ну, вам, значит, быстрее выделят землю. А это не так. Если бы это от меня зависело бы, когда выделить мне землю, я бы выделил бы ее еще вчера или сегодня вечером, понимаете? А вы поставьте вопрос таким образом, не просто там вам нужно это место и так далее. Это торговый центр, я думаю, он один из крупнейших в городе. И развлекательные, тем более, для детей, для мам и так далее. То есть вы приносите пользу таким образом городу. И они должны вам навстречу пойти. Мэр должен быть заинтересован, чтобы здесь было все хорошо. Ну, я думаю, они быстро выделят. Тем более, налоги-то вы платите. О, за ваш счет строят дороги. Показывает, понимаете, когда я выбираю эти конструкции, какие-нибудь там структуры хотят взять землю в аренду, они оформляют буквально в течение месяца. Там очень быстро. Там ДИЗО, этот департамент, выдает. В любом случае, желаем вам удачи. Спасибо за адекватность. Спасибо. Более, спасибо. Там, все, уже обсуждать, я думаю, спасибо. Больше нечего. Спасибо. Все, всего доброго.